В Елабужском институте КФУ состоялся республиканский семейный форум в рамках реализации гранта Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2019 году. Его участниками стали 100 человек, 50 из которых – студенты педагогических направлений подготовки. Модераторами форума выступили приглашенные специалисты-психологи. Программа форума включила в себя цикл мастер-классов, дискуссионных площадок и психологических тренингов. Участники форума узнали, как происходит распределение ролей между семьей и школой, а также обсудили трудности, с которыми встречается ребенок, когда идет в первый класс. Я думаю, что любой форум, особенно форум, касающийся сегодня наших семей, формирование проактивных семей – это всегда очень актуально. Нравится то, что у студентов все равно, в любом случае, собрались, накопились какие-то вопросы, на которые, может быть, они постеснялись задать, но на них, я думаю, они ответили. Было очень интересно посетить данный мастер-класс, различные дискуссионные площадки. Вообще, спасибо большое организаторам. Очень было интересно послушать всех лекторов, которые здесь сегодня были. В скором будущем мы станем все родителями, и нам, наверное, было бы полезно узнать что-то новое в этом плане. Основной целью проведения форума является создание условий для сохранения и укрепления семейных ценностей на современном этапе развития общества. Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, пресс-служба Елабужского института КФУ.